С докладом выступил начальник полиции Сергей Огурцов. Он отметил, что первый квартал этого года был весьма напряженным, но сотрудники полиции достойно провели огромный комплекс мероприятий, направленных на обеспечение охраны общественного порядка. На совещании было отмечено, что в Сочи более чем на 13% снизилось количество преступлений, сократилось число умышленных причинений вреда здоровью и преступлений имущественного характера. Кроме того, стабилизировалась криминогенная обстановка на улицах и в общественных местах. Деятельность правоохранителей в Сочи признана удовлетворительной. После отчета начальник городского УВД Василий Умнов объявил о присвоении очередных специальных званий сотрудникам, лично поздравил каждого и вручил новые погоны.